Добрый вечер, дорогие друзья. На календаре сентябрь, летние деньки закончились, но это не повод расстраиваться, потому что, как говорил классик, все лучшее, конечно, впереди. И в подтверждение этих слов в эфире очередной выпуск программы «От меня тебе приветик». Я хочу передать своей маме привет, которая работает сейчас, и чтоб ей легче работалось. Я ее люблю. Передаю привет своей маме, брату, а также молодоженам Славику и Инге. Привет вам пожелать. Желаю счастья вам всем и здоровья. Передаю маме и папе привет и тоже молодоженам Славику. Желаю счастья. Иварому Зилию, Агрим, Вецатьям, Латвия, Алайми, Веселику, Приеку. Я передаю привет прежде всего своей маме, своему папе, всем своим родственникам и друзьям. Ну, счастья, здоровья. Щоб грамоти со школу, ес бушу тейцем некс, та тетинем он мамией, он зимте не бус прекс. Дорогой Эдгар правнук, Эдгар Сбулс, поздравляю тебя с новым учебным годом. Желаю здоровья, чтоб ты не пропускал занятия свои. Тогда и будет учеба, учеба пойдет лучше. Слушался учителей, все, что они в тебе учат. Также поздравляю твою сестричку Катрину с посещением садика. Будь умной девочкой и слушайте воспитателей, что они тебе будут учить. Также оба слушайте родителей, потому что они хотят, чтобы вы были умными, хорошими детьми. Я хочу передать привет в далекую-далекую Англию своим очень близким, дорогим друзьям. Лариса, Эдик, привет! Я пожелаю скорейшей нашей встречи. Приезжайте, ребята, мы вас очень ждем. Я желаю счастья, здоровья своим друзьям Сабине и Лере, чтобы они были умные, красивые и здоровы. Я хочу передать привет своему другу Дайнису, чтобы у него были всегда одни десятки. Добрый день всем. Я хочу передать привет всем своим друзьям, знакомым, поздравить ваших детей с 1 сентября. И давайте все встретимся и отметим этот замечательный день все вместе со своими детьми, с целыми семьями. Всем привет! Я хочу передать привет всем своим знакомым, близким, особенно 5-му С-классу из 10-й школы. Увидимся в школе. Поздравляю всех родных, близких, друзей, знакомых, всех учеников и учителей с началом нового учебного года. Желаю всем творческих успехов, здоровья огромного, ну и так далее. Я хотел бы передать привет своей матери Жанне Петрове и своему отцу Олегу Божепаеву. Ну да, желаю счастья, здоровья, любви и всего самого лучшего. Поздравляю всех с 1 сентября. Удачи вам в учебе и радости. Ходите в школу. Я хочу передать привет своему дяде, маме и сестре. Я им желаю всего самого хорошего и всех поздравляю с 1 сентября. Сейчас начинается учебный год. Хочу пожелать, что все бы начали хорошо и также его хорошо закончили. Я передаю привет своей бабушке из Германии, чтобы она была здоровая и никогда не болела. Привет всем, всей родне, городу Краславии. Собраться к 1 сентябрю и хорошо отметить. И в заключение, дорогие друзья, всех учителей, всех учащихся, всех студентов, одним словом, всех тех, кто имеет отношение к образованию. От имени всего коллектива компании «Дотком» поздравляю вас с началом учебного года. Будьте здоровы, в первую очередь, будьте друг к другу внимательны и, самое главное, никогда не расстраивайтесь, потому что жизнь преподносит всевозможные сюрпризы. Главное, на все смотреть с оптимизмом. И помните, у вас есть у всех уникальная возможность до 15 сентября подключиться к интернету абсолютно бесплатно. Так что воспользуйтесь этой уникальной возможностью, потому что интернет для школьника – это великое дело. До встречи через неделю. Счастья, здоровья, любви.